Приветствую вас, уважаемые зрители. С вами я, Ведьмак. И мы, несмотря на то, что завершили сюжет игры Batman Arkham Origins, продолжаем в нее играть. Сейчас у нас на стадии прохождения, точнее не прохождения, а сбора всех вот этих вот коллектиблсов, ивентов. Короче, вот все, что есть на карте, мы будем этим сейчас заниматься. Я хочу арестовать Энигму, я хочу расследовать вот это преступление. Я хочу, собственно, закончить вот эти вот побочные миссии, касающиеся различных преступников. Вот, ну, начнем мы, пожалуй, с лайнера. Это серия для таких же любителей, перфекционистов, как и я. Может быть, вам поможет собрать какие-то головоломки, загадки, коллектиблс, которые вы сами не смогли собрать. Здесь опять нарисовались новые ребята. Неужели их опять всех убивать? Мне это парит. А, ну да, придется. О, как не хочется мне этим заниматься, честное слово. По второму разу. Они что-то не двигаются, гады. Они что-то подозревают. Очень бесшумно. С таким пинком громогласным. Но тем не менее. А, он, судя по всему, в этом контейнере находится, да? Я правильно понимаю. Ладно, мы уберем этих ребят, чтобы они нам не мешали. Кто еще тут стоит? Куда он смотрит-то? Приляг. Отдохни. Так, а мы сможем сейчас прилепить его куда-нибудь, не? Нет, только на гаргульях. Да, да не кокоть, блин, вот эта штука. Ну да, ни к чему тут не прилепишь. Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Не обращай внимания. Тебе просто пушка загораживает обзор, да? И ты ничего не увидишь, бедняга. Что ж так? Это. Иди сюда, не ори. Так, все. Мешать они нам не будут. Тайник, так понимаю. А, может быть, он... А хрен его знает, честное слово. Давайте не будем гадать, давайте поймем. Вот это вот. Вот он. Все. Но, насколько я помню, у нас же в каждом здании остались секреты, которые мы не собрали. Давайте сюда заглянем. Посмотрим по карте, есть ли что-то здесь. Там Барбара что-то возникает. Так. Вот он. Остался здесь. И здесь. И еще здесь. Очень много всего. Так что пойдем проходить по новой. Здесь, скорее всего, опять эти бичи будут, которых нужно убивать. Ну, что поделать. Таковы издержки производства. Здесь пожар по-прежнему. Даже не потрудились потушить. Так, вот здесь вот, да, я помню, у нас был. Только я так и не понял, как его взять. Потому что... Вот так, наверное, надо будет сделать.
Да, единственный вариант был. Хорошо, продолжаем. Нам надо пройти прямо. И вот здесь, насколько я помню, прямо вот здесь где-то находится. Так, давайте эти залепим, что ли? Да блин. Уж мне эта крестовина буксовского геймпада. Выхай. А где она находится? Выше, что ли? Или я уже не туда пошел? Нет, все правильно. Теперь. Это, конечно, замечательно. Товарищ Коблпот нас к себе не пустит, я думаю. Хорошо, посмотрим, где нас еще не взято. Как-то надо прямо пройти. А у него дверь закрыта, кстати. Единственный вариант, видимо, обойти по кругу. Или что? А, или вот здесь дверь. Видимо, да. Choose your weapon. А, нет. Офигенная дверь. Ну-ка. Не пустит же, да? Я должен проверить. А, посмотри. О! Родители пингвина. Коблпот и Коблпот. Ну и Харри. Ну и Харри у него. Гнума этого. Зонтик с ножом. Блин, прикольно, что мы сюда заглянули. А трон такой. Офигеть. Блэк Маск. Интересное место. В прошлый раз мы его так покинули прям сходу. А здесь довольно интересно посмотреть просто. Кто тонул? Зеркала поразбиты в дымину. Довольно интересное место, мне нравится. Ладно, продолжаем. Кабинетик такой, Коблпота модный. Так, и здесь где-то вот тут вот. Так, не совсем понятно, где именно. То ли над лестницей, то ли под лестницей. Так. Как сюда снег-то еще не завалил? Через эту дырку. Ну, по-моему, здесь надо обойти, что ли. Где-то. Не помню, мы здесь уже давным-давно были, последний раз. Какой-то модный компьютер у него. Ничего с ним сделать нельзя. Можно на него залезть! У него телекоммуникационная башня такая огромная. Нормально, пингвин устроился. Не совсем понятно, каким образом он удерживает авторитет. Да ладно. Видимо, он рост компенсирует мозгами хитрыми. И наглостью, и злостью. Так вот, кажется. Нет? Нет. Наверное. Нет, я совсем не туда пришел.
Я даже не вижу, где находится. Где-то вот тут, на огне. Здесь проходов нет никаких тайных. Может быть тут? Хм. А вот. Хорошо. Я, значит, мог в любое время это взять. Просто не заметил. Так, все. Так, я понимаю, было последнее. Наше. Нельзя просто так выйти и все. Упс. Досадно. И быстрое перемещение не работает. Только пешком, только хардкор. Так, я не помню, куда этот лифт ведет. Какой-то здоровый корабль, вообще говоря. Давайте сюда заглянем. Может быть, там еще что-то осталось. Кстати, вот что хотел посмотреть. Энигма. А, ну, в общем... Сети уничтожено. Тракционный. 12 из 12 на корабле. Все, можно, значит, уходить отсюда. Здесь нам больше делать нечего. Бежим. The Ice Cube. Все, теперь продолжаем. Давайте вышку вот эту вот захватим. Захватим, говорит, там, как в Assassin's Creed, да? Заберись на вышку. Посмотри все вокруг. Захвати район и все такое. Ну и что ты застрял? Нам нужен плод, я так понимаю. Поехали. Стою я, правда, на воде. Замечательно. Ай! Да что ты такой кривой-то, Бэтмен? Кривулька. Давай лети. Вот так. It's over, Batman. I put everything I've got into this one.
Конечно. Уже сдался и плачу в уголке. Дверь-то где? Здесь кто-то есть, что ли? Чё ты так крадёшься? А, точно есть. Бичи какие-то тут. Блин, и не обойти их никак, да? Плохо. А ну ляж. Козел, блин. Конечно. Хорошо. Я думаю, нам сюда. А, нет, что я несу? Нам наверх. Обрушим на себя потолок. Потому что мы можем. Да, здесь прям полный набор всех девайсов необходим был для того, чтобы захватить эту вышку. Keep it up, Batman, and you're going to be very, very sorry. Безусловно. Угу. Угу. Кто там орёт опять? Ой. Я тебя постреляю, псина. Дайте... Ой, меня током ударило. Я тоже могу током бить. Кто ж ты? Это ж Бэтмен. Вот и все. Сдавайся, Энигма. Alright, you've made your point. So why don't we just agree to disagree and go our separate ways? I don't think so. What's wrong with you? It's not like I'm backing the bad guys here. Well, not usually. You're invading people's privacy. You got how many assassins running around out there, and you're lecturing me on selling personal information? Way to prioritize. Ой, да заткнись. Слушать тебе еще. You're going after так. Or maybe some telemarketers? If that information gets into the wrong hands, people could get hurt because of you. And people do get hurt because of you. So I assume you'll be handing yourself over to the police now? That's what I thought. Поговори мне еще, да, Бэтмен. Кто тебя просил забираться на этот шкаф? Ну, блин. А где что-то разогнаться-то? Нашлось место. Ладно. Птица. Давайте посмотрим, что за птица. У нас тут драка бандитов. This looks like the spot. Gotta find that canister. Да? Это они дерутся? Ой-ой-ой-ой-ой! Козел, блин!
Где вы эти бутылки набираете? Собираетесь, что ли? Еще бомжей с бутылками, я не лупаша. Там еще парочка стоит. Нормально. Что это такое? Давай говори. Where's the canister? Blown away. You'll never find it. Какой ты? Your suit is picking up trace elements of a compound used in the manufacturing of venom. It appears the canisters contain ingredients necessary for its creation. I need to find out where they've taken them. May I suggest scanning the area? They could have left something behind that points to their destination. Ну вот. Я вижу. Птичка какая-то действительно улетела тут. Кокаин. They're heading to my alibi. Все, дальше что ли? А то есть это такое последовательное изучение. Ладно, но мы будем пока в этом районе разбираться с окружением. У нас тут много всего. Пойди, перестань ты. Короче, где-то тут находится блок. В этом районе вообще практически ничего не собирал, получается. Эти ребята тут застыли как статуи, нормально. Да, вот он заведен. Ну что ты делаешь? Поехали. А я вижу там еще один секретик, который мы можем взять. Который не входит в нашу программу, но желательно это все-таки собрать. Вот здесь вот. По-моему, я это еще не собирал. Да. Слушаем. I fear I've angered Henry Cobblepot, but he sought to build over the last remaining vestige of the original Gotham, and I could not allow it. Solomon and I went before the mayor and bade him support us. Henry was opposed, insisting his work was necessary for Gotham's financial security. I think it's more to do with his own. Solomon Wayne's hotel put Cobblepot's out of business. I do wonder if Mr. Wayne erred in opening that place. But what's done is done. What's done is done. Дальше. А, я не тот, получается, еще и забрал блок. Так, где-то тут стоит ретранслятор. А где? Прям справа. А, вот он там. Это мой управляемый бумеранг. Так, и мы пропустили блок, который я хотел взять. Ничего не пропустили, а не стали брать пока. Это он там. Неужели это пингвин виноват в смерти родителей Брюса? Раз у них там с отцом его все пошло не очень хорошо. Так. Понимаю, нужно нам полетать немножко, да? О-о-о, полегче на поворотах. Что тут много всего. Пиу! Mm-hmm.
Далее. Давайте на место преступления сходим, порасследуем. Где он у нас там? Кого-то забили там насмерть, если я правильно помню описание. Police claim they have no leads, but there has to be something here. Обязательно. Личность установим сейчас. Кто такой? Мэтью Кадай. Multiple strikes. The victim suffered one massive blow that shattered multiple bones. Кто-то сильный, видимо, был. These spatter patterns confirm this man was killed by a single large object traveling at high velocity. Reconstructing the event should reveal the murder weapon. Да ладно, я и так найду. Вот он, кондиционер. The prints belong to Andrew Carter. He has a pretty lengthy record, but nothing that indicates this level of violence. Notes indicate he's been suffering paranoid delusions. Guess he finally lost control. Alfred, I need a last known location for a perp named Andrew Carter. According to the GCPD database, he was released from Blackgate just over a month ago. I'm sending you what I have. Oh, hold on. There's a notation here indicating he stopped attending court-mandated therapy sessions recently and is believed to be quite unstable. Do be careful. I always am. Так, теперь его надо найти. Где он тут? Он у нас туточки. Пошли за ним тогда. Закончим уже это дело на сегодня. Не оставлять же его на промежуточном состоянии. Я не очень. Бандит под виномом. Попался. Резко, блин, среагировал бандит, а? Я только влетел, он уже мне кидается. Ну как так-то? Ляж, бегаешь там еще. Ну ты пес. Да ты. Ну. Ой, да я тебя умоляю, ну. Ватман, ты какой-то ватный сегодня. Да ладно. Вином. Ты под вином, поэтому. The shadow from his dream, the one who must be broken. I was told you might come. You killed a man tonight. Why? He saw. He would speak. We could not allow it. What did he see? What's Bane planning? Да Бэйн уже лежит. Какая разница? Then we're done talking. Alfred, let the GCPD know that Andrew Carter's been apprehended in connection with the Amusement Mile murder. They can pick him up at my location. Well done, sir. That's one less troublemaker for Gotham to... Да, да, да. Так, ну что? Давайте еще возьмем вот этот блок. И на сегодня, наверное, закончим. О, еще что-то.
Oh, and tell him to bring a second meat wagon. We got two DBs down here. Еще. Ну, получается, блин, после окончания игры много чего можно сделать. Ну, не столько, что... Не то, что после окончания, а по ходу вот сбора всех этих вот кусочков головоломки. Касательно Бэйна того же. Куда ты лезешь? Поэтому, в принципе... Играть еще есть смысл, потому что некоторые сюжетные вещи у нас остались неразгаданными. То есть, чем занимается Бэйн на улицах? Занимался. И плюс Энигма. Энигма у нас остался. Бэм. Ну, вообще-то я не на того кидался, ну да ладно. Чё ты привязался? А ты чё привязался? Так, ну вас нахер. Грёбаная камера опять меня забивает в угол, что я ничего не видел вообще. Ты мне надоел. Погоди. Да погоди ты. Я что-то расслабился. Ты посмотри, они меня уложат сейчас. Их очень много стало, блин. Как комната слетела, но ломаем всех. And here I thought I'd finally met my intellectual equal. So much for that. Ой, ну капец. Ну нахер, короче, тогда. Не буду я продолжать. На этом все. Увидимся дальше. По ходу событий. Будем собирать дальше всю эту дрянь. Скорее всего, вернемся на парк аттракционов. Парк аттракционов. Фу, блин, короче. В парк аттракционов, вот. И продолжим здесь собирать всю эту хренотень. С вами был я, Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Нам предстоит еще довольно много сборищ. Всей этой херни, потому что по ходу игры я собирал мало, а игра оказалась очень короткая, на самом-то деле, по сюжету. Вот поэтому мы не успели довольно-таки, ну, собрать большую часть этих всех предметов. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть. За сбором еще, если вам интересно. Всем пока.